Не советую. Почему? Лучше всего работать у меня. 1 числа в Москве, 10 дома, 20 в Москве, 30 дома. Вот бы хорошо, а? Туда и обратно. Нет, обратно и туда. Нет, я лучше сойду. Подумайте. Нет. Товарищ главный, вам телеграмм. Иванова? Ага. Вы едете без билета. Вы заяц. Я штрафую вас. Товарищ, товарищ. Товарищ директор, я согласна у вас работать туда и обратно. Обратно и туда? Нет, только на рейс. На рейс, так на рейс. 7 бед, 1 обед. Пойдемте. Гражданин! Отнесите вот этим двум пассажирам. Ваш билет! Какой обед? Обеды все уже кончились. Билет, я говорю. Какой билет? Это же наш официант. Ну. Пожалуйста. Видите, чей это работник? Вижу. Не вражай, не волнуйся. Мой штат увеличился вдвое. Русская национальная еда. Русскую еду? А, да-да, пожалуйста. Стикаса пищенаса. Я ищи краснофлотские. Что? Краснофлотские ищи. Понимаю, очень хорошо. Но лучше что-нибудь другое, пожалуйста. Ну, тогда биточки по-казацки. Казацки? Да. Пожалуйста, не надо. Ну, тогда можно для вас окрошку сделать. Окрошку? Очень хорошо. А что это такое? А это когда на мелкие части рубят. А пирожку, пожалуйста, не надо. Я буду посерее кусать. У меня порохуй аппетит. Очень порохуй. Как угодно. У него плохой аппетит. А у нас хороший, замечательный. Можно вам спросить? Разрешите ваше обширное меню? Это вы? Как вы сюда попали? Я
вам после съемки не садитесь на жилку. Забирайте, товарищ. Видал? Какая себе помощница. До самой Москвы будет. Ну. Мешаю? Помогайте. Все вы умеете. Настоящая жена командира. Да ничья я не жена. Я Катя Ивановна, только совсем другая. И билеты я не теряла. Я случайно села без билета. А теперь вот на законном основании еду официанткой. Вот это здорово. Я думал... Что? Ничего. Только вы знаете, мне очень неудобно, что я по чужому литеру ехала. Пустяки. Литер отошлют обратно. Зато вы в Москве дело сделаете. Я Москвы совсем не знаю. Я помогу. А? Время у меня будет много. Ведь поездка в Москву моя премия. Первым долгом в бюро жалоб сходим. Я вашему директору расскажу. Постойте. А как же с записной книжкой-то? А что? А ведь тут очень важные поручения Иванова записала. А мы их выполним. Что это? Река. Наш Амур шире. Да, наш Амур шире. Командира? Да. Катя Иванова? Вот сюда, Катя, пошли последовать!
на Екатерину Иванову встречает делегация. Что же делать? Айда с другого борта. Носильщик! Носильщик! Безобразие! Простите, пожалуйста. Значит, ты не получал мои телеграммы, король? Ждите меня здесь, я за такси пойду. Уехал без меня. Вам бюро жалоб? Да. Я вас могу отвезти. А как же он? Тут такой парень нигде не пропадет. Садите, садите. Страшно. Я считаю так.